Мораль и нравственность. Первое – это воспитание. Нравственность – это такое понятие, которое относительное. Что можно считать относительным? Тигр жирает антилопу – это же безнравственно. Но ему надо есть. Поэтому в жизни, так сказать, мораль и нравственность – первое – воспитание. Вот если есть воспитание, если ты можешь пропустить дедушку, не бабушку, а дедушку, и не лезть вперед. Если ты можешь человека поднять, а не стоять и смеяться, вот дурак, упал. Это, конечно, безнравственно и аморально. Самые аморальные люди – это журналисты. Такие все, в основном желтая пресса, но и другие грешат для того, чтобы как-то выпендриться. Например, можно очень легко спиариться, намажь себя зеленкой и чем-нибудь плохо пахнущим, и выйдя в толпу, все на тебя обратят внимание. Все, и ты будешь известен даже. А если снимут еще на селфи какой-нибудь и выдвинут в этот интернет. Вот это интернет – это безнравственно. Потому что человек должен нести ответственность за поступки и за деяния. Если он не несет ответственность и имеет возможность делать что-то безответственно и делает плохие вещи, это аморально и ненравственно. Вот. Нравственность и мораль ушла с пропажей такого понятия, как достоинство. Вот. Раньше такое понятие было, например, офицерская честь. Сейчас офицерской чести практически нет. Слово офицера – это все, человек должен застрелиться потом. Кто сейчас стреляется? Да никто не стреляется. Уж не говорим о правосудии, как, насколько оно безнравственно. Но это нечто. То есть найти нормального судью – это такое дело, что встретить. Не найти, а встретить просто. Вот, поэтому вы задали вопрос, называется по-английски «to tell something about nothing» – «to tell nothing about something» – говорить что-то ни о чем и ничего о чем-то. На данный момент, если мы посмотрим на дорожное движение, оно полностью безнравственно. Если мы посмотрим на рынки, они полностью безнравственны. Никто ни за что не отвечает. Я, если продавал когда-то что-то, вот у меня был случай. Я продавал магнитофон одному мужчине из Баку. Все ему рассказал, что вот тут потенциометр шуршит, тут вот то, тут это, все ему рассказал. Потом он достает корочку, а он полковник милиции. Он говорит, ты понимаешь, а я его на толкучке снял. Ты понимаешь, говорит, что ты сделал? И я говорю, ну, я так не знаю. А снова, конечно, уже поджилки трясутся. Он говорит, ну, ты такой честный, говорит, я такого не встречал. Спасибо тебе, говорит, большое, я покупаю этот магнитофон.